И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Наконец-таки у нас закончились все новогодние ивенты, которые были у нас связаны с Новым годом, с Рождеством, в танках онлайн. И у меня остались последние контейнеры с последних особых миссий, плюс контейнеры, которые я поймал на последних ивентовых выходных. Итого в сумме у меня есть сегодня 9 ультраконтейнеров, 14 обычных контейнеров. И сегодня мы вместе с вами их полноценно откроем. У меня также было еще одно замечательное открытие контейнеров, которое до сих пор еще на канал у нас не вышло, где я открывал контейнеры с челленджа. И там, к сожалению, мне, ну, абсолютно просто ничего не дропало. Я не знаю, что будет у нас сегодня, но я буду надеяться на то, что такого прямо лука-малука не будет, где я не выбью ни одного нормального свечения. Понадеемся на то, что наконец-таки с ультраконтов что-нибудь хорошее дропнет. Ну и с обычных контейнеров, если упадет хоть какое-то устройство, то я буду, конечно же, этому рад. У меня осталось 16 устройств и 18 красок в золотом свечении. Это, конечно, еще довольно большое количество. Но если так уж приглядеться и посмотреть, какие у нас в обычных контейнерах тут остались устройства, то я могу сказать, что ничего тут сверхкрутого практически нету. Ну, есть одно устройство, например, с ультраконтов, которое я хочу выбить. Если оно мне упадет, то будет очень-очень даже круто на аресик. Иммунитетик от поджога было бы прям вообще великолепно. Но 9 контейнеров, конечно, шанс, то, что что-то годное дропнет, я бы сказал, что чересчур маленький. Если уж перед открытием, если уж немножечко подвести итоги вообще самого ивента, сколько было там всяких контейнеров, то я могу сказать, что в принципе количество было очень даже достойное, да, можно было бы и пооткрывать эти все замечательные контейнеры, вот у нас последняя уже, можно так сказать, партия их осталась, но, откровенно говоря, с них ничего мне пока что не дропало, вообще ничего хорошего я не видел, и надеюсь, что хотя бы с этого открытия что-то годное мы вместе с вами выбьем. Поэтому все, больше я балаболить не буду. Начну открывать сначала обычные контейнеры. И я буду их открывать по той самой заветной, замечательной тактике 1-5. Если падает, то есть белое свечение с единички, то потом открываю пятерочку. Не знаю, повезет мне сегодня, не повезет. Дропнет что-то, не дропнет. Ну и если вам заходит открытие контейнеров, то можете тоже поддержать данное видео лайком. Ладно, я поехал. О, 10 голдов с первого открытия, неплохо, неплохо. Ускорение, теперь надо немножечко подсбить. И вот теперь можно уже полноценно пятерочку открыть. 3,5 x2, x3, белое и такое себе. Ну, тогда открываем еще одну пятерочку. И сейчас, если упадет фиолетик, будет неплохо. Но, похоже, нет. В очередной раз нет. В очередной раз из... Скольки контейнеров? 14 вроде у меня было, да? Из 14 контейнеров не падает никакого фиолетового свечения. Это я так тем самым замечательным миллиончиком весь стрик своих нормальных контейнеров сбил или что? Я не знаю, мне уже как-то... Не хочется, может, даже как-то боязливо где-то открывать эти контейнеры, когда мне так вообще просто, вот просто ничего не падает. Это жестко. Откроем с единички, потом откроем сразу 5, если будет сейчас белое свечение. Да, белое свечение есть. Давайте пятерочку. 9 ультраконтов было. Если сейчас тут 5 белых, то это вообще ГГ. О, ну, устройство хоппера, защиты от поджога, то есть это, по идее, сколько кристаллов мне сейчас дропнуло. Эти устройства за кристаллы, я так понимаю, были, да? Я их просто не скупал, все-таки я не такой богатый человечек. А, 245 тысяч, ну это, грубо говоря, мне упало сейчас 120 тысяч синего свечения, а могло упасть... Ну, например, там 25 тысяч кристаллов. То есть, в принципе, это... Ну, неплохо. Неплохо, да, то есть.
размен хоть какой-то есть, хоть какое-то устройство выбил, и на том спасибо, не 5 белых свечений, ну и 2 еще контейнера, и тоже пусто. Короче говоря, помните, я записывал видеоролик, в котором говорил, что довольно большое количество контейнеров мне, ну вернее не мне, а вообще выдается на новогоднем ивенте, да, то есть можно много выбить, наверное, чего-то хорошего, и я типа говорил, что круто, круто, что много контов, но самое главное, что я говорил, это то, что главное, чтобы с них что-то дропало. Контов было много, но по итогу, грубо говоря, я ничего не выбил, ну за исключением того самого заветного 1 миллиона, который дропнул с третьего контейнера, когда у меня было там 50 контов, и я вообще, честно говоря, не понял, как это произошло и как вообще дропнул этот лям. Ведь по моей логике там, ну, вообще не пахло никаким миллионом. Но увидели его, и я был, честно говоря, этим моментом поражен. Ну а так, в общем и целом, пока что контейнеры меня, ну, вообще ничем не могут радовать. Ничего вообще в последнее время хорошего, за исключением вот этого самого миллиона, мне не дропает. Вы можете написать, что падает вам. Мне будет тоже интересно почитать, может, кому-то дропает, а это я только такой невезучий. Ну и если хотите, я могу, конечно, выложить еще один замечательный видеоролик, где у меня там сгорело, конечно, немножечко, где я тоже там открывал контейнеры. Ну, не знаю, стоит вам его лицезреть, где у меня, грубо говоря, там из 30, может, даже больше контейнеров не упало ровным счетом вообще просто ничего. Если тут я открыл чуть поменьше, ну, были, конечно, ультраконты, здесь, как бы, может быть, шанс был чуть побольше, что мне хоть что-то хорошее дропнет, но, как видите, одно хотя бы одно, хоть даже и за кристаллы, но устройство мы сегодня выбили. Поэтому вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Поддерживайте видеоролик лайками, если вам нравятся все эти замечательные открытия, если вы их ждете, если хотите, чтобы их было больше. Ну, а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.